А всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, я рад вас приветствовать на своем канале Лего Плей. Сегодня мы поиграем в Bus Simulator 2019 от компании Кишмиш. Вышло обновление, это европейский автобус, как вы видите. Я думаю, все на нем вы ездили по Рашке или другим странам. Ничем он не отличается от какого-нибудь Бокстера или Форда, или еще там Пыжика, или Мерседеса, по сути, одинаково. Самое прикольное, что я воткнул здесь некие параметры тюнинга данного автобуса. Сейчас я вам покажу. Вообще у нас есть данный автобус в двух раскрасках. В дефалте, как вы обычно видите в ваших городах. Кстати, в Казани я был, там желтые они, не фазы, там таких вообще нету маленьких маршрутах, но в остальных других городах, я думаю, вы все видели. Мне кажется, в эту игру также не хватает еще газельку. Ставь свой большой палец вверх, я знаю, ты уже его поставил 1000 раз, 1001 раз тебе будет несложно. А также, пожалуйста, напиши комментарий. А мы начинаем. Приятного просмотра. Я думаю, что кондиционер ставить, это жирно для такого автобуса. Кондиционер мы ставить не будем. Вот занавески обязательно поставим, флажки вперед поставим. И затонируем его, чтобы никто не видел и чтобы наши пассажиры были в зоне комфорта. Я думаю, что нам пора выдвигаться. Выбираем маршрут. Маршрут выбираем какой-нибудь посложнее. Например, автостанция. Здесь промежутки с интервалом, я думаю, на изи. Быстрый автобус. Я реально думаю, что мы успеем. Поехали. Итак, время 8:06:30. На вокзале мы должны быть 8:07. Давайте, у нас есть время посмотреть на данный автомобиль. Поворотники работают. В салоне у нас, по-моему, около 24 мест. Давайте заведемся. Движок. Движок. Как он шепчет, ребят. Снимаем с тормоза. Паркуемся. И у нас есть еще некоторое время. Так, поехали. Открываем все, как говорится, двери. И смотри, мы впускаем всех на наш автобус. Оплата проезда 190. Смотри, чувствуешь? О, ты вперед даже умеешь садиться. Слушай, это прикольно. И села со мной красивая мадамка. Поехали. 8:07. Куда нам? Ну все, газуем. Подожди. Знаете, как делают русские автобусники? Они просто едут с открытой дверью вот так вот. Типа, давай, давай, проезжай. Смотри, там по телефону что-то теребонькает. Ну ладно, поехали. Мне кажется, он будет прямо сейчас реально разгоняться. По таблице у нас тахометр, спидометр, температура масла, бензобак и все. Достаточно очень простой автобус. И мне кажется, он очень быстрый. Сразу показываем поворотник. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я думаю, что мы успеваем. Отлично, а? Смотри, что сделать. Блин, руль. Такое ощущение, что нету никакого усилителя руля. Но он, естественно, есть. И здесь сразу же первая авария. Я думаю, что это АК и Ford Focus. Давайте дадим поворотник вправо. Посмотрим, что все хорошо. Хорошо. Объезжаем. Не, серьезно, с гидрачом что-то надо делать. Смотри, буханка уже сразу на место подъехала. Наваливаем. 8:08, мы уже должны быть в автошколе. Ё-моё, мы не успеваем, мадама. Мадама, я знаю, что вас могут уволить или лишить премии на работах. Сейчас все жестоко. Но я постараюсь довести вас с ветерочком. Я не буду, наверное, газовать, потому что остановка уже там. Я уже должен быть на Звездной улице через минуту. А здесь пробка. В 8 часов утра все спешат на работу. Как я должен успеть? 8:08. Я уже должен быть в другом месте. Заходим, заходим, заходим. За проезд передаем. Заходим. Отлично, отлично, отлично. Ручник поставил, все. Тетяндрики какие. Едем дальше. Поворотник показал. Ну что, жми. Ай, полицейские. Ух, ух, ух. Ничего страшного. 384 рубля я уже заработал, по сути. Мне кажется, что сюда, в этот симулятор, не хватает еще. Да куда ты тормозите-то вы, ё-моё, в смысле, что происходит вообще с этим городом? Кстати, город реальный, город, как я полагаю, находится в Москве или Подмосковье. Достаточно все на реальных
событиях. Смотри, там пятерочка. Смотри, какой я жесткий водила, а. Не-не-не-не, нам куда? Нам налево, что ли? Показываем сразу поворотник налево, встаем на перекрестке и ждем. Тормоза, конечно, слабоватые. Ну, ничего страшного. Давайте пока посмотрим, что у нас творится в салоне. В салоне все хорошо. О, смотри, мужчина с женщиной. Все нормально, на задних местах тоже все хорошо. Есть еще свободные места. Ля, корзинку открыла. Ты че, теть? С корзинкой сидит. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. А где место в салоне? Давай, 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 таксер, давай, таксер. А ты не будешь поворачивать, что ли? Ладно. Понял. Понял. Проезжаем. Отлично. 8:10. Я уже должен быть давным-давно в Звездной улице, а в 8:10 я уже должен быть в детском саду. Сейчас меня будут штрафовать, потому что я не выбрал правильные интервалы. Народ вроде тусуется, кучкуется. Сразу тормозим. Не, это реально быстрый. Это реально быстрый автобус. Все, мы уже опоздание на остановку. Ё-моё. Но это я закосячил с интервалами. Это я, ребят, косяк. Ничего страшного. Быстрее садитесь. Да ё-моё, блин, интервалы, конечно. Ё-моё. У меня не резиновая, а маршрутка. Я думаю, что скоро я, наверное, не буду на остановках тормозить, как это делают все маршрутчики любого города. Потому что, блин, пешеходки, я уже должен быть... Я уже должен быть в другом месте, прикинь? Офигеть. Не, на самом деле, этот транспорт вообще не тяжелый, все в порядке. Жалко, нету того, что когда я показываю поворотник направо, нету отсечки автоматически, чтобы этот поворотник он убирал. Бля. Бля, еще одно опоздание. Я даже не знаю, как я должен успеть. Бабуси, дедуси, быстрее. Кстати, открывается только одна дверь, и вперед тоже садятся только с одной двери. Сейчас натолкаем, стоя сядете. Куда вам деваться, правильно же. Че, поехали? Я не успеваю, я рил, не успеваю. 18:12, я уже должен быть в колледже. Интервалы я закосячил, ребята. Сам закосячил, но ничего страшного. По шапке от директора получу. Но по сути, а куда дальше-то едем? Отлично. Осенняя. Как я тут должен поворачивать? О-о-о, главное, чтобы не было аварийной ситуации. Быстрее, 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 быстрее. Вообще не успеваю. Ну все, поехали. 18:12:40. Станция скорой помощи. Я уже должен быть там. Через 15 секунд. 400. Меня уже штрафанули на практически 300 рублей. В итоге я ни хрена ничего не заработаю. Потому что сам выбрал неправильный интервал. И эти еще все чебуреки не хотят выходить на станции ни на какой. Ну что за дела-то? Нам нужно успеть. Быстрее, 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 быстрее. Ёк-макарёк. Форд, двигайся, пожалуйста. Меня скоро премии лишат. Отлично. Давай, 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 выходим. Спасибо, по 15 рублей, по 15. Отлично, отлично, спасибо. Приезжайте еще. Быстрее, быстрее. О, какая мадама. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Передаем за проезд, передаем. Отлично, все, можно рвать. Я даже не успею посмотреть. Типа, что там в салоне происходит? Ё-моё, в салоне просто кишмиш. Лютый кишмиш. Итак, 8:13. В садах я уже должен быть через 15 секунд. Здесь уступи дорогу. Да нормально. Вот так вот наши все таксисты и работают. Здесь я должен налево. Разве там машина едет? Я должен успеть. Я должен успеть. Вот, отлично. Сюда. Сразу ручника тормозим. Сразу ручник. Открыли. Давай, 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 давай. Работаем. Уже через 30 секунд я должен остановиться на остановке по требованию. Заходим, заходим, не проталкиваемся. В конце салона проходим, проходим. Конец салона проходим, проходим. Места есть впереди. Все, отлично. Поехали. 766 рублей в итоге я еле-еле, может быть, получу. Сейчас получается, что, по требованию какая-то остановка должна быть? А хрен его знает. По требованию есть тут что, нету?
Ох, на перекрестке включаю поворотник, рановато. Ничего страшного, никто не видел, депосов нету. Сегодня спокойный понедельник. Смотри, ля, какие весы, смотри, а, зеркало заднего вида. Просто битком народу. Останавливаемся. Останавливаемся, ручник. Остановка по требованию, успел. И нам до Горгаза надо еще доехать. Заходим, проходим, врачи выходим, врачи 50% скидка. Мадамы, студенты, отлично. Заходим обратно. Заходим. Такое ощущение, что... А, не, вон они на работу пошли, нормально, все. Все, не толпимся, не толпимся. Охренеть, как, сколько много вмещает. И это маршруточка. Ты посмотри на это количество людей, которые здесь просто битком, там даже рабочий в каске сидит. Нет времени объяснять. Нам нужно ехать. Поехали. Свет в салоне что, включим? Давай включим. Дворники тоже включим. Так, у меня успею на желтый. Желтый. Завершаю маневр. Завершаю маневр! Какой красный свет! Я завершал маневр. Так, в Горгазе мы уже должны быть. Мы опаздываем уже на некоторые секунды. Поэтому на красный свет нам по барабану. Отлично, это Горгаз. А, это по требованию. Ё-моё. Опять не успеваю, что ли. Все, выходим. Выходим. Ё-моё, здесь прямо много народу-то вышло. Отлично. Выходим. Моряков-то сколько, а? Офисных работников, планктошей. Очень много. Блин, опять салон тут отмывать. Потницы всякие сидят с копилочками. О, здравствуйте, здравствуйте. Смотри, как у нее просто торпеды. Просто торпеды. Выезжаем. Смотрим, никого нет. Боковое зеркало, отлично. Едем дальше. 8.16. Я думаю, блин, красный свет. Ё-моё, в Горгаз уже не успеваю. Потому что с интервалами накосячил. Ну же, давай. Красный, зеленый. Здорово, бабуся. Смотри, бабуся за рулем. Ну все уже. Эльдорадо, Дорадо. Поехали, надо рвать. Господи, когда это кончится? Ух ты, че, бабуся. Налога не стартанула как, а? Горгаз следующий. Я уже не успел ни в ТЦ Кишмиш, ни в Горгаз, ни в автостанцию, никуда. Так, четвертая. Поехала. Кстати, у меня коробка-автомат. Поэтому просто рвем. Окушка тут еще. Давай, 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 давай. Ну все, это штраф. Это штраф. Давай, езжай. Это штраф. Это штраф 150. Я же говорил. Но так как народу много, я все равно буду в плюсе. Выходим, выходим. На Горгазе очень много народу вышло. О, офисные работники поперли с Горгаза. Ночная смена, походу, что ли. Поехали. Че, 8.18? Я уже и на следующую остановку опоздал. Я тут только с Горгаза выехал. В Кишмише я уже должен быть. Я уже должен быть в автостанции, на конечной. Но, к сожалению, туда не успею. Фух, поехали. Вот как я должен здесь ездить? Как? Если они не едут. На Логане плетутся, это ж бабуся. Отлично. Мир, ух, Левиду. Фух. Вырулил, отлично. ЦЦ Кишмиш. Ну езжай давай. О, пешеходный переход. Нужно уступить. Но времени нету. Опять мне сейчас будут проблемы. Что такое? Вы что делаете-то? С опозданием, с лютым опозданием. Ничего. О, это что, вы все сюда практически хотели? Вот осталось-то одну остановку доехать. До автостанции с минусом. Заходим, 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 заходим. Проходим, места есть свободные. Смотри, два рабочих на автостанцию. Тетя Моти со мной. Смотри, мне везет. Тетя Моти в основном садятся вперед. Что-то она какая-то устала немного. Она такая, ее поболтала, как будто бы видели, да? Ну все, рвем. Ну все, это конечка. Так, мне нужно влево уехать. Перестраиваемся.
и крутим налево. Я знаю, что я должен пропустить, но нет времени, чувак. Нету времени объяснять. Давай еще влево. Слушай, ну хорошо, прокатились. Хорошо. А, конечно же, с минусом. Итого 1230 рублей. Выходим, выходим. Выходим, выходим. А что вы столпились-то? А, я же вас закрыл нечаянно. Маршрут окончен. Заработано денег 1000 рублей, ребята. А можно было заработать где-то, наверное, под 2 кассика. Что, выходит, все в порядке. Такой вот у нас был европейский транспорт. Народ валит на работу. А я попробую сейчас раздать дрифта на нем. Давай посмотрим, на что ты способна. Газ в пол, шашечки по традиции. Так, а я смогу с ручника дать? Ну-ка. Воу. Она с ручника. Ну-ка, с ручника. Вау. Смотри, в заносы. Ну-ка, с ручника давай. Вау. Не получилось, бывает. Ща. Что такое там? Разгон, разгон, разгон. Это шашечки, детка. Это безупречный маршрутчик. Проезжаем, проезжаем. А что у меня дымится все? У меня что-то дымится все. Походу дела, мы сломали автобус. Но ничего страшного, мы наваливаем. 8.21. Сколько максималочка? О, максималка 120. 120, смотрите. 120 дает. Больше даст? Пустая же. Пустая же, по сути. 130. Давай, 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 давай. 130 дал? Да, нормально. Че, больше 130 не дашь, что ли? 130 это сейчас, это потолок твой. Ну? 140 дашь? Давай, 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 давай. Выезд за пределы маршрута. Ну, ё-моё, а. Я уже думал, я 140 дам. А не вышло. Куда ты едешь? Не видишь, маршрутка едет. Так, давайте попробуем от третьего лица посмотреть, как выглядит маршруточка. Вот, наверное, вот в таком прикиде. Ну, реально, в принципе, выглядит неплохо. Чпойк. Нормально, нормально. Это сейчас где-то 120, да? Нормально дает. Сейчас попробую с ручника в поворот зайти. Давай, 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 давай. Это все, это максималочка. Это все, что она может. Сейчас дам ручника и сразу резко руль кинем. Посмотрим, как она дрифтует. Сможет ли она упасть на бок? Я мастер в этом деле. Сейчас вот скоро уже. Вот в этот поворот впишиваемся, нет? А там что там? Там страшно что-то. Надо было в него вписываться, ребят. Это был единственный случай, когда бы я смог. Давай, вот здесь вот. Вот здесь, родной. Давай. Вау! Нет, он не въезжает с ручника никуда. Так, ребят, ну что, с вами был Лего. Я вас прокатил до рабочего места. Не забывайте ставить лайкосы, подписываться на канал, смотрите другие ролики на канале. Всем удачи и всем пока-пока!